Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного, и имя же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Тареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Тареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Тареве и Богу нашему. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господи, помилуй.
согрешившие, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже поминуте щедроты милости своя яко от века сего грехов же юности и неведения нашего не помянуте, но помилуйте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже услышите от храма святаго своего глас наш, исцелите болезни смертные, одержащие нас, и потоки от беззакония, смутившие нас, и сушите, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже вскоре изъяйте нас от сетей смертных и от болезней адовых, избавите, Господу помолимся. Господи, помилуй. Yeah.
помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Только Твоя держава, Твое царство, и сила и слава Отца, и Сына и Святого Духа, ныне пресно, и во веки веков. Благослови ты во имя Господне. Да речи этого
народом Израилем, яко благ, яко век милость Его. Общее воскресенье, грехи твои страсти умиляя, измен, ты возбудил сердца зря кресте Божие, тем же и мы, яко отрывцы победы знамение носящие, тебе. Сада вышний благословен гряди во имя Господне. Да речи этого дома Аронь, яко благ, яко век милость Его. Вообщее воскресенье, прежде твои страсти умиляя, измерь, ты подвигайся Лазаря кресте Божия, тем же и мы победы знамение носяще тебе, победителю смерти в огне, посада вышний благословен гряди во имя Господне. Да рекут обо все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. Общее воскресенье, грехи твои страсти умиляя, измены, ты подвигайся Лазаря кресте Божие, тем же и мы, яко отрывцы победы знамение носяще тебе, победителю смерти в огне, осада вышний благословен гряди во имя Господне. Благословиха вы из дому Господня, Бог Господь, и явися нам. Придите, поклонимся и прикладем ко Христу. Спаси нас, Сыне Божий, воссерди на живя поющие ти. Аллилуйя. Победы знамение носяще тебе, победителю смерти в огне, осана вышний благословен гряди во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сто гребшися тебе крещением Христе Божием, бессмертная жизнь с подобием все воскресеньем Твоим и воспевающим завет Ослана Вышний, благословен гряди во имя Господне. И ныне и присно, и на веки веков аминь. Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому.
Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Он мир, мир всем, и духове твоему, и мудрость Божьим. Прокинем глаз четвертый, благословен гляды во имя Господне, Бог Господи, явися нам. Благословен гляды во имя Господне, Бог Господи, явися нам. Исповедайтесь, Господи, яко благ, яко веч, милости Бог. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. И мудрость. Филиппийцам послание святого апостола Павла чтение. Он мир. Братья, радуйтесь всегда о Господе, и паки реку радуйтесь. Кротость ваша разумна, да будет всем человеком Господь близ. Ни о чем же пицайтеся, но во всем молитвою и молением, со благодарением, прошение вашем, да сказуется Богу. И мир Божий, превосходя всяк ум, да соблюдет сердца вашем и разумение вашем, о Христе Иисусе. Прочие же, братья мои, елико суть истинном, елико честном, елико праведном, елико пречистом, елико прелюбезном, елико добровольном, аще кое добродетель, и аще кое поклон, сие помышляйте. Им же и научистися, и приясьтем, и слышастем, и видистом во мне, сие творите, и Бог миром будет с вами. Мир всечтущему. И духове твоему. И мудрость. Аллилуйя, 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 Господи. Дивно сотвори Господь. Аллилуйя, аллилуйя.
меры, Его же воскресет мертвых, сотвориши же Ему вечерю ту и Марфа служаше, Лазарь же един беот возлежащих с Ним, Мария же приемши литру мира, нарда, пестики многоценны, помазан нозе Иисусови, и отре власы своими нозе Его. Храмина же исполнись от вони масти благовонная. Глагола же един от ученик Его, Иуда Симонов Искариотский, и же потяши Его предати, часу ради мира сие, не продано бысть на трех стех пенец и дано нищим. Сие же рече не яко о нищих печешися, но яко татьбе и ковчежец имеешь и вметаемы ношаше. Рече же Иисус, не дейте и я, да в день погребения моего соблюдет е. Слава Тебе, Господи, слава. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Благость прогневавших
сердцем и со слезами Тебе, милосердному, благоуверливому и благопременительному Богу нашему припадающим, Твое бы есть, те же миловать и спасательны. Боже наш, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
церкви российские, и господин нашего высокопреосвященнейшего Андроника, архиепископа Нью-Йоркского и Североамериканского, да поменен Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Страждущие страны российскую, украинскую, сербскую, православные люди во Отечестве России несущие, да поменен Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков, страну сию, и веру и благочестием живущих в ней, да поменен Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков, священство монашества, всех гонимых за веру православную, благоустроителей, благоукрасителей, жертвователей, воспевающих во славу Божию, всех вас, православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Всеми святыми
святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Имя, Господи! Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный, си со пресвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне пресное, во веки веков. Аминь! Мир всем! И Дух Твой Твоего! Узлюбим друг друга, да единомыслим и исповем мы. Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Вери двери премудрости и вон мне. Верую, о единого Бога, Отца всем жителя, Творца неба и земли, видимо, для всем их любимым. Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного Ижа от Отца, рожденного прежде всех лет, Света от света Бога истина, Бога истина, рожденно не сотворено, едино сущно Отцу и для всех Ближа, нас ради человека нашего ради спасения шедшего с небес. И воплотившегося Духа Святой Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтием Пилате, и страдавший погребенно и воскресшего пред видим подписанием, и вошедшего на небеса и сидевшего бесную Отца. И паки ведущего со славою судите живым и мертвым, и Боже царствию не будет конца. И Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славим оглаголавшего пророки, во едину святую соборную апостольскую церковь, исповедую едино крещение, оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом Божиим, святое возношение в мире приносите.
сия есть кровь моя, нового завета я же за вы и за многие, изливаемое во оставление грехов.
Андроника, архиепископа Нью-Йоркского и Североамериканского, и Боже, даруй святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долгоденствующего, правоправящего, слово Твое истины. Преклоните. Вере, Господи.
благословенный си со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Последние дни, плоть оболкися,
и раскнися, и погребися, за ныне благодарные злонравные, и Твоей кровью обновивые, ослепшие грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо ко мне, услыши глаголы моя. Согреших, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть и на высоту славы Твоей я, прогневал по Твою власть Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивши, и долго терпелив же, и много милости, не предал и семя погибнуть, и соби законами моими, моего всячески ожидая обращения. Со страхом Божиим и верою приступите. Благословен гряды во имя Господне, Бога судимися нас. Все вместе говорим. Верую, Господи, Господи, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришели мир грешный спасти от них же первый есть аз. Ищи веру, яко сие самое пречистое тело Твое, и сие самая честная кровь Твоя. Молюсь бы Тебя, помилуй меня, и прости мое прегрешение, вольное и невольное, я же словом, я же телом, я же ведением и неведением, и сподоби меня неосужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твои тайны дней, Сыне Божий, причастниками прими, не во врагом Твоим тайну повем, не лобзанье Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник и исповедуйтесь. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или в осуждении будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Господь.
помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящие благолепие дома Твоего, Ты тех воспрослави, божественной Твоей силы, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершенствуешь и есть, сходяя Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и навена. Будь имя Господне благословено отныне и навена. Будь имя Господне благословено отныне. Избавит я Господь, хранит Господь всяк пал.
грешники их праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат те уповающие на небо. Общее воскресение прежде Твоя страсти, уверяя из мертвых, воздвиглись и Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы, яко отрацы победы, знамени носящие, Тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне. Если мы верим, что Христос есть воистину победитель смерти и первенец из умерших, то это значит, что не только Христос воскрес, но и мы некогда воскреснем. Веруя в воскресение Христова, мы веруем не в Его только, но и в наше воскресение. Господь сказал, что настанет день, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Для всех настанет этот страшный, а вместе с тем радостный день. Желаем мы этого или не желаем, все мы восстанем из гробов, вызванные Словом Божьим от смерти в жизнь. Все должны будем подчиниться этому закону, положенному в основу мироздания. Но для одних этот день будет днем величайшей радости, а для других днем ужаса и плача. Для тех, кто в этой вечной жизни шел путем веры, путем созидания в своей душе Царствия Божия, кто еще здесь, на земле, стяжал залог вечной жизни, день этот будет днем радости. «Истинно, истинно, говорю вам, — сказал Господь, — слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь. Преподобный Сергий и преподобный Серафим не придут на суд, ибо они веровали Господу и воскресли душою прежде воскресения тела. Поэтому в последний день общего воскресения они услышат глас Господень, восстанут и возрадуются. Но для многих день этот будет днем плача и седования, днем великого ужаса. Ужас состоит не в том, что мы, все мы, некогда умрем, потому что и сейчас многие люди, живущие не в прекрасном мире, созданном Господом, но в созданном ими самими страшном мире страстей, тяготятся своей жизнью и желают добровольно прекратить ее. Ужас состоит в том, что мы не только умрем, но и воскреснем. И для многих это будет воскресение осуждения. Если бы мы по-настоящему веровали бы словам Господа, мы дали бы себе отчет о том, почему мы не радуемся по-настоящему воскресению Христову, и почему мысль о том, что мы воскреснем, вызывает в нас ужас. Мы поняли бы тогда, что это происходит потому, что, живя на земле, мы не создаем в своей душе Царствие Божие и не идем по пути стяжания вечной жизни. Предваряя великий день общего воскресения, Господь Иисус Христос прежде своего страдания воскресил из мертвых Лазаря. Лежащий во гробе четверодневный Лазарь услышал глас Господа, воззвавшего его к жизни: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Воскрешение Лазаря было не нарушением, а утверждением. Или, как говорит тропарь сегодняшнего дня, уверением закона всеобщего воскресения, положенного Господом в основу мироздания. Закон этот ужасен для грешников и бесконечно радостен для праведников. Таким был бы он и для нас, если бы мы, придя сегодня
в храм принесли с собой не ветви вай, а вай добродетелей, которые должны расцвести в душах наших, в наших душах. На протяжении всей Четыридесятницы Святая Церковь вела нас путем покаяния и очищения наших душ, путем выращивания в них вай добродетелей, путем воскресения души, прежде общего воскресения. Вспомним, к чему призывают нас великие песнописцы церковные, проповедники и руководители наших душ на пути покаяния, в особенности в эти последние дни, когда мы вместе с Господом и Его учениками шли за Иорданскую стороною в Вифанию и в Иерусалим. Придите, уготовим Господеве в сретенью ветви добродетелей, носящие Ему, так ибо Его приимем, яко во граде Иерусалиме, и душе нашей, поклоняющейся и поющей Его. Много духовных утешений дала нам Церковь в эти святые дни. Воистину, красным и радостным могло быть для нас время Святой Четверодесятницы, если мы проводили ее в покаянии, если все то, что мы совершали и творили в эти дни, мы приносили Господу от сокровища нашего сокрушенного сердца. Вот и вот и сегодня вот мы стояли в святом храме и держали в руках ветви и зажженные свечи. Вот видите, надо было и свечи еще держать. Которые церковь именует знаменями победы. И цветущие ветви и зажженные свечи – это только внешнее выражение праздника. Все это для нас только знамение внутреннего духовного празднования. Цветущие ветви, знамени победы над грехом и духовного цветения душ наших. А огонь свечей, которые мы будем, которые мы держали бы сегодня в руках, должен напоминать нам о том благодатном огне, который Спаситель пришел зажечь в наших душах. Сегодня мы стоим в преддверии великих дней, страстей Господних. Давайте же хотя бы в эти предпраздничные дни поймем, что нас ожидает или величайшая радость, или величайший ужас воскресения. И нет для нас иного третьего пути. Поэтому, приступая ныне к страстям Господним, отложим свои страсти. Еще не поздно и сегодня вступить на путь очищения душ. Ведь даже в самый великий день воскресения мы будем петь: очистим чувствия и узрим. Господь идет на вольную страсть, идет распяться за нас. Неужели же и в эти дни мы не отложим всего, что мешает нам соединиться с Ним? Ненависти, злобы, клеветы, в которых сами мы задыхаемся. Неужели сегодня не поймем, что все мы восстанем? И многие из нас восстанут для плача и рыдания. И пусть не смерть страшит нас, а то, что воскреснув, мы поймем, как напрасно прожили эту жизнь. Святая Церковь предупреждает нас, она предостерегает нас от того, чтобы мы не оказались подобны тем, которые глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Давайте же в эти святые дни отложим владеющие нами страсти, направим все силы наши и душ на служение Господу. Тогда, живя здесь, еще здесь, на земле, мы откроем наше сердце для вечности. Мы будем радоваться жизни, и в нас проснется стремление к вечной жизни. День за днем все более и более будут открываться наши души для познания вечности. И тогда уже не с ужасом, а с великой радостью мы будем думать о дне последнего воскресения. Тогда мы даже
не предстанем перед страшным престолом судьи, но будем радоваться, взирая на Господа в день последнего воскресения. К этому и призывает Святая Церковь словами сегодняшнего тропаря. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамени носящие, тебе, победителю смерти, вопием. Осанна вышли, благословен гряды во имя Господне. Священномученик Сергий Мечев. Время почти, можно сказать, одинаковое, и тогда, и сегодня. Аминь.